Доброго дня всем моим зрителям. Сегодня я бы хотела вместе с вами начать кроить и шить вот такое вот платье. Это платье винтажная выкройка из журнала Бурда за декабрь 57 года. Там оно появилось впервые. И вот повторно нам его дали в журнале за август 2019. Это платье футляр, отрезное по линии талии. На лифе у нас очень глубокий вырез декольте. Также есть такие импровизированные рукавчики-крылышки и красивые складочки, заложенные от плеч в сторону центра. Также у нас на юбке с вами из всех особенностей только 4 выточки спереди, 2 сзади и шлица. Все. Платье длиной ниже колена, и в целом, вот если на него, мне кажется, просто посмотреть, не зная откуда оно, то не сразу предположишь, что это что-то связанное с ретро, что это винтажное платье, винтажная выкройка, потому что, по сути, это просто платье-футляр, элегантное, нарядное, торжественное, но какой-то именно ретро-нотки в нем сразу так и не угадаешь. У меня для этой выкройки тоже жаккард, но немножко другое. Мой жаккард, во-первых, был купонным. То есть это, знаете, когда отрез, какая-то его часть одного формата, а какая-то часть, например, с рисунком или с узором. И вот у меня тоже была такая ситуация. То есть один отрез у меня был длиной где-то 1,60 м, и из этих 1,60 м 80 сантиметров вот такой вот однотон, на котором нет никакого рисунка, и следующие 80 сантиметров это узор. Ой-ой-ой, все разваливается. Вот такой вот узор, то есть на вот этом однотоне у нас появляются уже блестящие такие какие-то цветочки, виньетки. Ну, все в стиле жаккарда. И вот такая вот история. Я решила распорядиться этим отрезом, точнее у меня было два таких отреза по где-то 1,60 м. Раскроив следующим образом. Для платья я взяла все однотонное, то есть на платье вот этого узора не будет, а узор пойдет на жакет. Состав ткани у меня шелк, вискоза и метанить. Метанить это вот эта вот люрексная нить, которая, собственно, и блестит, но в моем однотонном варианте эту метанить практически не видно, она вся оказалась вот здесь вот наизнанке. Материал очень шелковистый, приятный, и он, знаете, такой костюмный. Я бы даже не сказала, что он подходит особенно на платье. В нем нет эластана, что меня больше всего смущает, потому что эластан обычно дает более комфортную посадку. То есть, если вдруг мы что-то где-то слишком заузили или там съели лишнее пирожное, он чуть-чуть подрастягивается и в платье по-прежнему комфортно. А если эластана в ткани нет, нужно на примерках очень внимательно садить платье на фигуру, чтобы, ну, в моем случае, слишком сильно не заузить, потому что я люблю так платье посадить, что потом не вздохнуть в нем, ну, в общем, очень сложно. Второй момент этой ткани в том, что она очень упругая. Если вы когда-то трогали и общались с материалом, который называется неопрен, то вот примерно то же самое. Неопрен это вообще такой синтетический, мне кажется, трикотаж, наверное, двухслойный, и он очень хорошо держит форму. Юбки, когда из него шьют вот с такими складками, они прям вот стоят. И здесь у меня эти складки тоже прям стоят. Но удивительно, что в составе как раз таки вот шелк, вискоза, просто они так переплетены. Интересно, что материал очень упругий. И мне интересно, как эта упружистость скажется как раз таки в складочках на лифе, как она ляжет, то есть как это будет. Вот из таких вот материалов классно получаются различные драпировки или, например, бантики. В прошлом году я тоже шила платье с таким бантом по центру, оно у меня было белое такое, слегка айвори оттенок, и вот мне кажется, из этого материала тоже бы можно было вот какие-то такие бантики, что-то, какие-то драпировки позакладывать, это было бы объемно и красиво. Но у нас будет только складочка. В целом тоже неплохо. Посмотрим, что получится. Спинку, кстати, девчонки, я выкраивала 36 размера. Это вот у нас вот деталь спинки, и она 36. Я решила попробовать так, потому что раньше я всегда спинку сильно корректировала, поскольку она мне широка по вот этой мерке ширины спины. Я вот здесь вот что-то где-то убирала. Но вот сейчас решила выкроить сразу 36, тоже сметаем, померяем, посмотрим, как будет. Если что, то будем еще ушивать. Все остальное платье я выкраивала 38 размера. То есть все, что не связано со спинкой, я выкраивала в 38.
платье у нас будет на подкладке. Причем для подкладки здесь предусмотрены даже отдельные детали, поскольку лиф у нас идет с драпировочками, и чтобы на подкладке не создавались излишние складки, которые там не нужны, нам как раз предлагают отдельную для нее выкройку, которая по силуэту будет идентична верхней части, но будет именно прилегать к телу, не давая никаких лишних складок. Это очень здорово. Этого прям мне так вообще здорово, потому что у меня материал шелк и вискоза. Ну и как бы когда я его покупала, мне прям в магазине сказали, что вы, пожалуйста, сделайте это платье на подкладке. Поэтому у меня вот такая вот вискозная тоже подкладочка, тоже малинового оттенка. Я брала ее и на платье, и на жакет. В целом я брала ее где-то 2.5 метра. Тоже вся полностью подкладка ушла, как и весь жаккард. Ну что ж, девчонки, сейчас я буду переводить все меточки с деталей выкроек на детали кроя. Начнем вот тут со спинки. У нас будут различные выточки, какие-то будут подрезы и все такое. Так что сейчас буду переводить и будем с вами шить. Пожелайте мне удачи и давайте приступим. Я прошила выточки на спинке, и здесь такой очень важный момент. Дело в том, что материалы все разные, и поэтому прежде чем их утюжить, нужно обязательно проверить на кусочки, как они будут приутюживаться, будут ли отпечатываться припуски, будут ли оставаться следы от утюга и все-все-все такое прочее. У меня материал довольно нежный, поэтому, ну, у меня в принципе всегда на утюге стоит вот такая тефлоновая насадочка, но в данном случае она очень нам сильно пригодится. И смотрите, если вдруг материал приутюживается не очень хорошо, точнее не то, что не очень хорошо, а со следами. Видите, как у меня ткань от утюга на изнанке как бы немножко светлеет, то есть появляются лассы. Это от, я предполагаю, влияние температуры на шелк в составе. Но, к счастью, с лицевой стороны этого незаметно. Я все это предварительно проверяла на кусочках. Но у меня могут оставаться отпечатки. Видите, какой упругий материал? Вот я только прошила выточку, видите, как она лежит, не отутюженная. Сейчас нам нужно глубину заутюжить в сторону центра. И чтобы вот этот вот мой припуск шва, припуск выточки не отпечатался вот так с лицевой стороны, вот этим пропечатыванием очень часто грешат мягкие ткани. Я очень люблю мягкие ткани, это мягкая ткань. И вот как раз тот случай, когда припуски будут пропечатываться сквозь вот эту вот, сквозь эту сторону, да, с лицевой стороны. Так вот, чтобы этого избежать, мы с вами будем использовать вот эту вот рукавную платформу. Они обычно идут в комплекте ко всем гладильным доскам. И вот нам нужно ее ребро. Кладем на ребро нашу, то есть выточку мы сначала просто плоско отутюжили. Сейчас нам нужно проутюжить вот это место шва. И благодаря тому, что поверхность у нас узкая, мы не пройдемся утюгом и плоско не приутюжим выточку, чтобы она не, вот этот вот край, чтобы у нас не пропечатался с лица. То есть мы только идем вот по шовчику. Вот. Смотрите. Видите? Уже стал более плоский вид. И нам остается теперь вот у вершины выточки, видите, вот эта вот слабина. Нам нужно ее тоже сутюжить, чтобы ее не было. То есть я сейчас так вот аккуратненько, сильно на выточку не захожу, только в районе самой вершины. Вот, видите? А если бы мы просто с вами вот так вот плоско эту выточку начали утюжить, то вот вся эта история у нас бы вот здесь... Припуск бы весь полностью пропечатался, его было бы видно. И сейчас то же самое буду делать на подкладке. То есть я буду собирать платье параллельно основную ткань и подкладочную, чтобы потом было, ну, не нужно было возвращаться как будто бы в самое начало, чтобы не было ощущения, что шьешь две вещи. А когда шьешь параллельно, окажется, что процесс идет полегче.
вот эта вот наша складочка должна смотреть в сторону проймы. Вот у меня она получается вот такая вот объемненькая. Ну, в принципе, можно будет ее потом чуть позже как-то немножко приутюжить, чтобы она легла получше. Ну, посмотрим. Пока нужно вот это место сметать. Это деталь верхней части лифа, но подкладки. И здесь нам с вами нужно сейчас тоже будет прошить выточки. Вот эти вот маленькие нагрудные. Здесь на подкладке были достаточно широкие выточки, поэтому у вершины у нас с вами получается такой довольно четкий уголок. Выточки просто очень резко сошлись, без вот такой плавности. И сейчас его нам с вами тоже нужно разутюжить. Видите, вот чтобы он был... Ну, то есть уголочек, конечно, останется, но чтобы он был как-то более плоским, более мягким. И сейчас буду вот эту вот слабину у вершины немножко... распределять. Здесь хорошо видите то, что материал вискоза, и она в принципе нормально сутюживается там, где нужно. Теперь нам с вами нужно обработать вырезы горловины. Я уже проклеила этот вырез на полочке, и сейчас будем совмещать. Проклеила косой флизелиновой ленточкой, в журнале она называется флизелин foam bard. Сейчас я накладываю детали. Будем скалывать, сметывать и притачаем нашу подкладочку к горловине. Совмещаю по центру и совмещаю вот здесь вот в уголочках. Мне кажется, что это такие важные, в принципе, точки. Я выкладываю, у меня как будто бы подкладка тут что-то как-то высовывается. В принципе, может быть, можно даже это проигнорировать и пришить так, как пришивается. Но я ее так немножко внутрь подзагоню. И буду прикалывать. Вот, можно вот так вот немножко на пальчиках приподнять. Все, теперь обязательно давайте сметаем и пришьем на машине. И здесь очень важно, чтобы все было очень симметрично, поскольку этот шов, по сути, станет краем, краем выреза. И если он где-то вильнет, то, соответственно, будет и наш вырез на платье. Вот это красивое декольте тоже немножко кривовато. Поэтому главное здесь следить, чтобы припуск везде был ровно 1,5 сантиметра. Я сметывала немножко глубже, чтобы сметка не попадала в строчку. Вот эти иголочки я оставила как метки уголков шва. Где пора поворачивать. Вот здесь у нас с вами сейчас будет такая слегка выгнутая линия. Вот ее нужно шить очень аккуратно. Сейчас я удалю сметку, но нужно будет проверить, насколько мы с вами ровно все сделали. И в качестве проверки я все-таки обведу еще раз деталь выкройки и посмотрю. Посмотрим, может быть, поможет этот способ нам. Теперь я припуски подрежу до ширины 5-7 мм. И после этого мою подкладку настрочу на припуск, чтобы закрепить, чтобы она не выворачивалась потом с лицевой стороны. Вот так выглядит настроченная на припуске подкладочка. Шовчик у нас идет. Я тут сделала еще небольшую надсечку, уже, правда, в процессе. Вот этот вот, где у нас V-образный вырез внизу, чтобы можно было прошить комфортно и сейчас комфортно отвернуть. Вот. В принципе, девчонки, по идее, сейчас мы с вами должны вот эту вот нашу обтачку, да, нашу подкладку как бы отогнуть наизнанку, выметать вот этот вот наш сгиб и приутюжить. Но я предполагаю, что в следующем пункте там говорится про прошить плечевые швы. И пока плечевые швы, пока я не буду этого ничего делать, потому что мы с вами, скорее всего, соединим плечевой шов на основном платье и плечевой шов на подкладке. И это будет проще сделать, пока у нас тут ничего еще не выметано и не приутюжено. А потом уже, когда у нас будут прошиты плечевые швы, мы выметаем полностью всю горловину, и полочки, и спинки. В общем, пока отложу эту деталь, и то же самое сейчас проделаю с деталью спинки. Также обтачаю
вырез горловины.